Данная лекция посвящена вопросам того, как проводить исследования, как фиксировать ход исследования, как анализировать, обрабатывать полученные результаты и соотносить их с исходной гипотезой. Первый ваш шаг будет заключаться в выборе исследуемой проблемы. Диапазон вопросов, открытых для богословских и социальных исследований, столь же обширен, как и вся Вселенная. Следовательно, как написано в социологии под редакцией Волкова, цитирую, «Необходимо найти проблему, заслуживающую вашего внимания и поддающуюся исследованию с помощью научных методов». Конец цитаты. Например, украинский социолог Чернобай решила выяснить, существует ли сколько-нибудь значимая связь между такими социальными характеристиками, как пол – и наличие друзей у христиан, находящихся в состоянии ярко выраженного одиночества. Одной из гипотез было также предположение, что чувство одиночества имеет не только коммуникативно-социальный, но и гендерный компонент. На втором этапе проведения исследования необходимо провести обзор литературы. Изучив литературу, повествующую о дружбе, одиночестве и эмоциональных состояниях, сопровождающих одиночество, Чернобай узнала о ряде других ранее проведенных исследований, что позволило избежать повторения работы, уже определенной другими авторами. Было обнаружено, например, что такие отечественные исследователи проблем одиночества, как Швалб, и Данчева указывают на то, что существует весомые отличия в субъективном восприятии одиночества бессемейными женщинами и бессемейными мужчинами. Конец цитаты. Некоторые зарубежные исследователи свидетельствуют о том, что в среднем мужчинами состояние одиночества переживается острее, чем женщинами. Третий этап исследования. Он предполагает выработку и построение гипотезы, цитирую из социологии под редакцией Волкова. Завершив обзор литературы, исследователи обычно приходят к экспериментальному предположению, касающемуся взаимосвязи, которая, по их мнению, существует между двумя или тремя переменными. Они выстраивают эту взаимосвязь в форме гипотезы. Конец цитаты. В нашем примере исследователь приняла решение проверить гипотезу, согласно которой пол человека и наличие у него настоящих друзей, независимые переменные, влияют на переживание состояния одиночества. Другая независимая переменная. Но прежде чем приступить к исследованию, Чернобай необходимо было сформулировать рабочие определения своих переменных. При формулировке рабочих определений ученые облекают абстрактные идеи, формы, позволяющие осуществлять их оценку. На этом этапе необходимо определиться с понятиями. В нашем примере нужно было уточнить, что такое состояние одиночества, что такое настоящий друг и так далее. Чернобай сформулировала свою рабочую гипотезу следующим образом, цитирую. «Не имея семьи, мужчина по сравнению с женщиной склонен более остро переживать состояние одиночества, особенно при отсутствии близких доверительных отношений со своими друзьями». Конец цитаты. Четвертый этап заключается в выборе программы исследований, цитирую из социологии под редакцией Волкова. После того, как исследователи сформулировали свою рабочую гипотезу, им предстоит определить, каким образом будет осуществляться сбор данных для дальнейшего их анализа и проверки гипотезы. В зависимости от характера гипотезы, ученые могут составить план проведения эксперимента брать интервью, наблюдать поведение людей в определенных ситуациях, изучать имеющиеся результаты и исторические свидетельства или использовать все эти процедуры как взаимодополняющие в различных сочетаниях. Конец цитаты. В нашем примере Чернобай провела анкетирование и структурированный опрос. В любом случае, для обеспечения качества и достоверности будущих результатов, исследователь должен тщательно подойти к выбору самых оптимальных методов. Ему придется выяснить количественные и качественные параметры объекта. Нужно уточнить, кто является носителем информации и сколько таких носителей нужно исследовать чтобы получить реальную картину социальной действительности. Ведь сплошные исследования при больших количествах респондентов невозможны. Ну, исключения представляют перепись населения, проведение референдумов и так далее. Ну, мы этим не занимаемся. Поэтому чаще всего прибегают к выборочному методу как к альтернативе сплошному исследованию. Выборочный метод... Это научно обоснованный подход, по результатам которого выстраивают заключение об объекте исследования в целом, опираясь на данные анализа его определенной части. Использование метода выборки предусматривает овладение такими понятиями, как генеральная совокупность и также другое понятие ⁇ выборочная совокупность и единица отбора, единица наблюдения репрезентативность и ошибка репрезентативности и тому подобное. Генеральная совокупность. Что это такое? Это ограниченный территориально и во времени объект исследования. Здесь и далее мы будем использовать материалы из социологии под редакцией Городяненко. Определение генеральной совокупности предусматривает конкретизацию характеристик объекта его самых важных существенных признаков, которые подвергаются фиксации, таких как регион, пол, возраст, образование и так далее. Для проводимого нами примера генеральной совокупности являются все несемейные христиане Украины, в данном случае в возрасте от 17 до 45 лет. Такая была генеральная совокупность в исследовании ученого. А выборочная совокупность – это определенное количество отобранных по основным качественным характеристикам и контрольным признакам элементов генеральной совокупности. Она как бы является микромоделью генеральной совокупности. Объем выборки, с одной стороны, должен быть статистически значимым, то есть это не один-два человека, а с другой экономным, он должен обеспечивать оперативное получение качественной информации. Способность выборочной совокупности воссоздавать основные характеристики генеральной совокупности. И эта способность называется репрезентативностью выборки. Следует оговориться, что величина выборки зависит от количества признаков то есть параметров оценки, например, от пола, от возраста, статуса и других параметров в соответствии с темой исследования. Единицы отбора ⁇ это элементы выборочной совокупности, которые исследователь выбирает согласно плану на каждом этапе построения выборки. Это могут быть поселения, церкви, разные сообщества. Единицы наблюдения — это элементы выборочной совокупности, которые подлежат обследованию. Ими могут быть как определенные индивиды, так и социальные группы. Для обеспечения достоверности результатов качественными характеристиками выборки в исследовании Чернобай было опрошено более 120 мужчин и женщин указанного возраста, причем представителей максимально широкого спектра, как территориально, так и конфессионально. Прямая цитата из «Социологии» под редакцией Городяненко. Значительную роль в определении качества информации, полученной в результате эмпирического исследования, кроме репрезентативности, играют такие параметры, как надежность и валидность. Под надежностью информации понимается адекватность полученных результатов исследования социальной ситуации, имеющейся на данный момент. Обеспечивается она благодаря учету так называемых случайных ошибок, которые неминуемы из-за неоднородности исследуемого контингента. Чем однороднее контингент исследования, тем больше объем выборочной совокупности, тем незначительней случайная ошибка выборки и, соответственно, выше качество полученной информации. Величину случайной ошибки можно рассчитать с помощью специальных математических формул. Валидность информации – это ее обоснованность, то есть соответствие результатов именно тем явлениям и процессам, которые предполагалось исследовать. Конец цитаты. Следующий этап проведения исследования заключается, собственно, в сборе данных. Среди респондентов, принимавших участие в упомянутом исследовании, были молодые несемейные мужчины 25% и женщины 75% из пятидесятнических, харизматических и пресвитерианских церквей различных регионов Украины. Количество опрошенных респондентов составило 43 человека в возрасте от 17 до 45 лет. Опрос проводился как опосредованно по телефону, так и лично в анкетировании по почте. Шестой этап проведения исследования предполагает анализ результатов. Цитирую из социологии. После того, как исследователи получат в свое распоряжение необходимые данные, им предстоит проанализировать их для нахождения ответов на вопросы, заложенные в их исследовательский проект. Конец цитаты. Количественный и качественный анализ предполагает поиск значимых связей и корреляций между фактами, выяснившихся в ходе исследования. Проанализировав полученные результаты исследования, Чернобай пришла к выводу, что мужчины в среднем имеют в два раза более высокие показатели одиночества по сравнению с женщинами. Причем, как по коммуникативному признаку, 28% мужчин и 3% женщин, так и по духовному, 42% мужчин и 24% женщин критериям. Что касается влияния наличия друзей на субъективное ощущение одиночества, то на основании полученных достоверных результатов исследователь смогла сделать вывод, что чем больше у человека имеется настоящих друзей, тем больше вероятность того, что такой человек не будет испытывать трудности с проблемой одиночества. И, наконец. На заключительном этапе проведения исследования, после анализа данных, исследователям предстоит сделать определенные выводы, цитирую из социологии. Обычно они либо принимают, либо отвергают первоначальную гипотезу, или же вносят в нее какие-то изменения. Кроме того, ученые обычно стремятся связать полученные ими данные с другими данными и теориями. Конец цитаты. В нашем случае исследователь признала правильность первоначальной гипотезы, согласно которой, благодаря тому, что женщины имеют больше социальных ролей и межличностных контактов, чем мужчины, они значительно чаще склонны жаловаться на свое одиночество. Вместе с тем, мужчины в целом более остро переживают проблему одиночества. Возможно, данные результаты обоснованы тем, что мужчины вообще не склонны говорить о своих переживаниях, а также в своем общении с другими людьми они предпочитают статусный подход и более осторожны в построении глубоких близких взаимоотношений. В качестве дополнения к основной гипотезе вышеупомянутым исследованием, было подтверждено на эмпирическом уровне, что субъективное ощущение одиночества коррелирует с целым рядом специфических факторов. Это и заниженная самооценка, различные фобии, интроверсия, возраст и социальная активность христиан в рамках их дарований. И вот теперь мы уверены, ну или почти уверены в том, что пройдя все упомянутые высшие этапы, изучив их, прослушав то, что вы сейчас слышали, вы проведете свое глубокое и значимое для теории и практики исследование. Удачи вам и благословений! Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.